Всем привет, друзья! С вами снова Егор. Сегодня 30 октября, пятница. Этот видеоотчет я снимаю в 2 часа дня. Сегодня ночью я работал. После работы сразу поехал на английский. Мы со своей девушкой позанимались на английском, поехали домой. И по дороге зашли купить ручки, какой-то начали цепляться к каким-то мелочам, немножко повздорили. Но это такие мелочи, и на самом деле вот, ну, надо всегда здраво рассуждать. И когда у вас самочувствие не очень хорошее и неблагоприятное, то, конечно, серьезные какие-то разговоры надо оставлять на потом. Уже на то время, когда вы сможете прийти в себя, отдохнуть и здраво посмотреть на вещи. Потому что сегодня можно было, вот в нашем случае, наделать делов, каких-то глупостей наговорить друг другу. Но, слава богу, здравый смысл у нас присутствует, и мы эту ситуацию как-то смогли разрулить. В целом, день, я считаю, хороший, потому что выводов я сделал для себя много полезных. И сейчас я в 2 часа дня лягу спать, проснусь около 6-7, и меня просили ребята составить им программу по фитнесу и по питанию. И вот я хочу своим друзьям составить эту программу, запилить этот видеоотчет на YouTube, в группу ВКонтакте, на свою страницу, и написать отчет каждодневный, который я пишу в группе ВКонтакте закрытый. В целом, все на сегодня, друзья. Даже не знаю, что рассказать, я такой уставший. И хочу поскорее лечь спать, отдохнуть и уже с новыми силами что-то там придумать, рассказать. И, друзья, ну что я хочу сказать. До новых встреч. Всем счастливо. Дальше видео я буду снимать чаще в таком формате, сам себя, потому что так удобнее, можно делать больше дублей. И не привязан к месту и ко времени. Это, ну, гораздо удобнее, круче. Не знаю, насколько это, насколько картинка лучше, но я подумаю, как разнообразить эти видео и сделать их более интересными. Потому что все-таки, снимая 12-й выпуск, уже хочется прийти к чему-то большему, чем просто снимать тупо свою голову и рассказывать о какой-то ерунде. О, друзья, это был, еще раз напомню, это рубрика «Отчет» на моем канале Muscle Club. Кому интересно, подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч, друзья. Счастливо. Пока.